Всем привет, с вами Пушистый Биткоин, и мой YouTube-канал предлагает вам обзор самых интересных и перспективных ICO-проектов. И сегодня я хочу рассказать вам о проекте под названием Curex. Для начала скажу, что публичная продажа стартует уже совсем скоро, случится это через 13 дней и 5 часов, а конкретнее 10 июня, и продлится данная продажа 20 дней до 30 июня. За один эфир вы получите 400 токенов Curex. И уже хочу сказать, что мы можем наблюдать довольно неплохой результат. На сегодняшний день сумма сборов составляет уже 24 миллиона долларов. И это при том, что хардкап составляет 35 миллионов. То есть до сбора хардкапа остается совсем немного, и есть все шансы полагать, что он будет успешно собран. Итак, что же такое Curex? Curex – это первая в мире и уникальная на настоящий момент криптовалютная биржа, на которой ее авторы и разработчики хотят организовать гибридный криптовалютный обмен. Сейчас мы можем сталкиваться с такими проблемами современных бирж, как, например, отсутствие должной защиты персональных данных и безопасности. Это может быть взлом, кража денег и баз данных. Также мы встречаемся с низкой скоростью выполнения транзакций, как по вводу, так и выводу средств. И сюда же можно отнести задержки при выполнении операций на торгах. Также отсутствуют мобильные приложения для удобного трейдинга со смартфоном и, например, планшетом. И, конечно, отсутствует прозрачность. Структура Curex должна объединить преимущества традиционных фондовых и сырьевых бирж с децентрализованной технологией блокчейн, которая гарантирует безопасность и законность обменных операций. Она станет площадкой для инвестирования крупных участников рынка и инструментом для работы профессиональных трейдеров. В основе проекта Curex лежит идея использования блокчейна для записи информации обо всех ордерах, которые отправляются как через централизованные, так и через независимые сегменты сети. По логике разработчиков, такая схема поможет продавцам и покупателям быстро находить наиболее выгодные встречные заявки. Curex стремится объединить индустриальную инфраструктуру традиционных фондовых бирж с первой децентрализованной сетью для создания гибридного обмена криптовалют. Команда имеет уже довольно большой опыт в создании и управлении высоконагруженных платформ на традиционных фондовых биржах. Если говорить об особенностях проекта Curex, например, по сравнению с какими-то аналогичными разработками, то здесь мы можем выделить то, что данный сервис обеспечит полную прозрачность операций и безопасность транзакций для абсолютно каждого клиента. Биржа сосредоточена на удовлетворении потребностей B2B сектора. Также проект предусматривает широкие возможности для B2C сектора, включая адаптивную торговую платформу с возможностью копирования операций других участников, предоставление торговых сигналов, инструментов для технического анализа и удобного интерфейса для заключения сделок. Гибридная биржа сможет обрабатывать до 70 тысяч запросов на куплю-продажу ежесекундно. Задержка между командой и на проведение транзакции и ее выполнение в 99% составляет не более 65 миллисекунды. Также платформа позволит организовать социальную торговлю с управлением счетами пользователей. Любому трейдеру можно будет открыть доступ к счету для совершения торговых операций с гарантированным получением прибыли благодаря торговым сигналам. Алгоритм анализа и принятия решения о покупке или продаже криптоактива уже встроен в интерфейс. Дополнительными инструментами выступают разнообразные диаграммы и аналитические инструменты. И, конечно же, применение технологии блокчейн позволит обеспечить безопасное децентрализованное хранение всей информации. И, кстати, вы уже можете протестировать эту платформу, перейдя по данной ссылке. Также доступна, точнее, скоро будет доступна уже мобильная версия. То есть, в общем, Curex – это такая открытая гибридная биржа, которая будет предоставлять своим пользователям такую информацию, как, например, квартальные отчеты, результаты аудита, который проводится
одной из топ-4 общемирного списка аудиторских компаний, отчеты по деятельности системы, которую предоставляет независимая комиссия из экспертов профильных специальностей, и предоставление пользователям максимально детализированной информации о состоянии их учетных записей, включая при этом завершенные и незавершенные торговые операции. В общем-то, в услугах подобной сети будут заинтересованы алгоритмические и арбитражные трейдеры, классические FX-брокеры, институциональные и корпоративные инвесторы и, конечно, криптофонды. И также Qrex будет полезен работающим криптобиржам и биржам, которые нуждаются сейчас в ликвидности. Итак, сейчас мы с вами перейдем к информации о токенах, то есть что позволит вам, какие преимущества предоставит вам токен. Это будет доступна вам персональная скидка на выплату комиссионных вознаграждений, начисленных за организацию торгов, условия для оплаты услуг и сборов с другими валютами, котируемая товарная биржа, криптотокен, тип токена будет ERK-20, всего будет у нас выпущено 70 миллионов токенов, и из них будет продано в ходе торгов 55 миллионов. Цена за один токен, точнее за 400 токенов, вы заплатите 1 эфир. Оплата будет приниматься в эфире, биткоине и лайткоине. И напоследок хочу сказать, что разработкой проекта занимается команда опытных специалистов, которые отлично знают и понимают проблемы будущих пользователей системы. Целью команды является создание платформы, которая способна выдерживать высокую нагрузку в процессе эксплуатации, чем как раз таки Qrex и выделяется на фоне своих конкурентов. В общем-то, я думаю, вам проект понравился. Для более детального ознакомления я предоставлю для вас все необходимые ссылки в описании под видео. Это будет ссылка на техническую документацию и обязательно ссылка на телеграм-канал. Я всем рекомендую подписываться на телеграм, для того, чтобы вы всегда оставались в курсе последних новостей и обновлений и вообще, в принципе, могли вести живое общение. Ну и, как вы видите, все необходимые ссылки также представлены на официальном сайте. И также есть корейский телеграм-чат, кому это будет интересно. Всем спасибо за внимание, с вами был Пушистый Биткоин. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я желаю всем удачи и хороших заработков. Всем пока!